Идея провести большой квартирник у Андрея Кочкина и его соратников родилась еще в феврале. Организовывать масштабные рок-концерты для них – привычное дело. На протяжении нескольких лет ребята проводят фестивали на различных площадках города. На этот раз они решили устроить большой квартирник «Музыка без градусов», который пройдет на танцевальной площадке в парке имени Зернова 28 июля. Потом выяснилось, что есть такой фестиваль У-235, который будет проходить в конце августа. Он межотраслевой, Росатом его организует. И там есть очень много разных номинаций. И джаз, и эстрадный вокал, и сольные выступления. Есть рок-группы. И мы решили, что давайте тогда сделаем этот. И квартирник будет. И еще параллельно это будет как отборочный тур для тех рок-музыкантов, которые захотят принять участие в этом фестивале. Отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии городов Росатома У-235 ежегодно собирает участников со всех регионов России и ближнего зарубежья. Его цель – приобщить жителей городов присутствия госкорпорации «Росатом» к поэтическому и музыкальному творчеству, привлечь талантливую молодежь, способную стать преемниками лучших традиций музыкальных жанров. Есть условия фестиваля. Там нужно сыграть два произведения, всего лишь два, то есть не концерт, всего лишь два произведения, и там нужно видеоматериалом подкрепить это. Еще, возможно, аудиозаписью какой-то. То есть условия такие, отбора достаточно такие сложные. Победители отборочного тура в Сарове отправятся на финал фестиваля в Сосновый Бор Ленинградской области. Пройти прослушивание могут все желающие. Достаточно просто подать заявку на электронную почту. Более подробно о фестивале можно узнать на официальном сайте отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии городов Росатома. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.